Друзья, это интервью было под угрозой, но, слава богу, мы поели, потому что сейчас на столе великолепная пицца, пахнет невероятно. Давайте знакомиться и общаться. Игорь Голев, генеральный директор компании ETMarket. Давайте поподробнее. Я вижу пиццу, но, насколько я понимаю, это не ваша пицца, не вы ее делали. Давайте расскажем о вашей компании. Эту пиццу делал лично я, а мы продаем непосредственно муку для того, чтобы профессионалы готовили пиццу. В данном случае ресторан и кафе, мы предлагаем муку для римской пиццы, для классической пиццы, для неаполитанской пиццы. В данном случае продукт приготовлен из муки для римской пиццы торговой марки «Замес» российского производства. Замечательно. Расскажите, где ваше производство базируется? Наше производство находится в Московской области, в Звенигородском районе. Мы на рынке уже более 3 лет. Мы сами профессионалы своего дела, бывшие шеф-повара, теперь создали свою компанию и продаем тот продукт, который нужен. Много знаем о пицце, много ездим по странам, также тренируемся, выступаем на всевозможных конкурсах, чемпионатах мира по пицце и готовы предоставить качественный продукт на российском рынке. Шеф-повара, это значит, проблемы самому приготовить пиццу абсолютно никаких? Нет, в данном случае как раз при покупке нашего продукта мы представляем полную технологию, где любой человек сможет это приготовить. Также у нас есть своя пицца-школа «Замес», где мы обучаем, показываем, как можно приготовить в России настоящую итальянскую пиццу из российских ингредиентов. Замечательно. Что вы ждете от выставки? Какие надежды? Мы ждем, соответственно, только положительные эмоции, положительные отзывы. Мы их уже получили. Мы ждем новых партнеров, новых клиентов и готовы стать партнером, потому что мы всегда даем консультацию по продукту и всегда помогаем завести его в своем ресторане или кафе. Спасибо большое. Лишь хочется пожелать вам удачи на нашей выставке, найти огромное количество бизнес-партнеров и, может быть, что-то хотите пожелать нашим зрителям. Я хотел бы пожелать самое главное здоровья и побольше качественных продуктов. Как мы показываем, что качественные продукты не стоят колоссальных денег, они стоят вполне вменяемых денег. И лучше использовать качественный продукт, чем не очень качественное сырье. Спасибо.